Если налогоплательщик имеет несколько объектов и при этом не заявил льготу, то налоговый орган автоматически, информационный ресурс, предоставит льготу на тот объект, по которому будет идти наибольшее исчисление налога. Если же налогоплательщик все-таки решил какой-то конкретный объект своей собственности льготировать, то он тоже должен об этом заявить. Подать заявление можно в любое время. Если сумма налога уже была начислена, ее пересчитают.